Спортивный фестиваль «Казахстан Жастар Фест», стартовавший в столице, получил свое продолжение в Алматы. В канун Дня города в мегаполисе состоялся захватывающий Алматы Урбан Фест. Посоревноваться в различных видах спорта съехались сотни молодых людей из разных городов страны и зарубежья. Об атмосфере праздника расскажет Дина Жанабекова. Красивая музыка, захватывающие трюки, мастерская езда на скейтбордах – все это Алматы Урбан Фест. Турнир такого масштаба и формата проходит впервые в Алматы и в Казахстане. Поэтому его организаторы решили запустить челлендж и передать эстафету другим городам. Сегодня Урбан Фестиваль проводится первый раз в нашем городе. И мне кажется, он получился, состоялся. Я хочу пожелать, чтобы такие хорошие праздники проводились в нашем городе почаще. Чтобы было много побед. И было много вершин и для каждого из вас. Спортивный праздник для любителей активного отдыха организовали перед Ледовым дворцом «Алматы-Арена». Свои навыки и мастерство лучшие из лучших показали в таких дисциплинах, как стритбол, воркаут, армрестлинг, езда на роликах, самокатах и скейтбордах. Различные виды спорта представлены на этом фестивале. Недавно было послание нашего президента Касым-Жомарт Кемелевича Токаева, где он говорит о развитии массового спорта. И вот как раз такие мероприятия развивают массовый спорт. Цель, наверное, больше сформировать какие-то группы по общим увлечениям, чтобы они где-то встречались, чтобы группы эти росли, чтобы как-то социализировалась молодежь наша. Всего фестиваль поддержали более 10 тысяч человек. Среди них молодые ребята, которые прибыли из разных уголков страны, а также из соседних государств – Кыргызстана, Узбекистана и России. Участники говорят, что с большим нетерпением ждали этих стартов. Главное, признаются они, не победа, а участие. Ведь это отличная возможность не только проверить свои силы на деле, но и обзавестись новыми друзьями. То, что все зависит от тебя, как тренируешься, так и выигрываешь. Ни от судей, ни от кого. Ну, войти может каждый, от младших до старших. Нету границы. Приехавшие на фестиваль гости не упустили возможности погулять по городу и осмотреть местные достопримечательности. В помощь им предоставили ментальную карту Алматы с обозначением комфортных и опасных зон, а также лучших спортивных и игровых площадок и романтичных мест. Мне нравится. Я 3 года мечтала попасть в этот прекрасный город. Я здесь учусь, я студент. За 3 года Алматы очень изменился, очень много новых дорог, которые упрощили нам жизнь, пробок меньше стало, чем было. Очень красивый город, мне очень сильно нравятся наши горы. Особенно я люблю ходить по горам, подниматься в Карелии. Самое любимое место – это вот Карелия. Да, очень нравится здесь, атмосферно, зрелищно. Мне нравится проводить время в театре имени Абая, Ауэзова, там в разных аренах. Вообще такие разные мероприятия. Кульминацией спортивного праздника стало соревнование по карате. Победителям именитые спортсмены и актеры вручили денежные сертификаты и подарки. После передали эстафету Алматы Урбан Фест городам Западного Казахстана. Мы передаем эту эстафету Западному Казахстану! Дина Жанабекова, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы.